have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет, привет. Всем здорово. Всем доброго времени. Сегодня у нас очень густая компания. Тут и Пика, и Слаг, и Чайник, и Адмирал. И, ребят, кого забыл, извините. Просто я воскрес. Не таким голосом надо говорить. Ну ладно. Густая компания за миксу с бетоном. На. Будем пытаться сегодня выживать. Минуточку, 72. Это до финального звездеца на сервере? До перезапуска, наверное. А, скорее всего. Быстро в аэропорт. Это окончание, вот, что происходит. Пора. За это время надо сделать все задания. Ясно, понятно. Я на угол карты улетел. Короче, ребят, да, один раз мы уже записывали эту игру, мы тут вдвоем с котом были, сегодня... Мы пришли, по-моему, уже поздно, чтобы спасти этот город. Нет, мы в это не играли. Уже поздно. А это не то? Мне да, кажется, это не там, когда мы на самолете улетали в конце. Нет. Ой, это другая игра. Все, ребят, извините, я вас путаю. Ух ты ж, ё, тут что-то падает с крыши. Кто-то горит. Хорош. Ром, ты тоже ходишь как душевно больной? Да. Я попробую от первого лица. Вот так Ром, должно ты быть тоже душевно больной? Мне кажется, если играть от первого лица, здесь можно, ну, это, ну... Поверить. Плохо станет. Может быть, но от первого лица тут она не ходишь, накренившись. Посмотрим. А, не, фрум, забирает. Что это за чучело? Не хочу, спасибо. Ай! Ой. Так. Что за... Хорошо, ребята, ну, так, кто в курсе, давайте рассказывайте, что тут делаем. А кто в курсе? Что за... Может быть, кто-то... А что, почему? Потерянный ранг. Отлично. А где финальный? Короче, туда надо собирать всякие документы и тому подобные штуки. А, хорошо, ладно, давайте тогда сейчас как раз начнем заново. Будет интересно. О! Зомбис. Зомбис, конечно. Почему? Я хочу АИ. Мне, правда, воевать нечем. Ну что, восстали роботы. И восстали машины. Восстали машины из пепла ядерной войны. Какая разница? Искусственный интеллект все равно Слакс, будет. Слакс, тебя конфетка. За что? Фигня, ну, типа, одновременно сказали. Да. Вымогаете. А почему с меня? Давай с Дреда. И все равно зомбя будет. Ладно, коту сегодня повезло, он среди своих. Я тебе слишком много всего дал, поэтому не мне. Что ты мне отдал? С тебя конфетка. А с тебя деньги. Нет, ничего не отдал. Мне нужен скин-анархист, чтобы сдохнуть. Милочка, а что дает анархист? Ну, ты просто умираешь, становишься мертвым анархистом. Бомба. Бита, камни и 4 бомбы. Фига себе, неплохо, кстати. Я за гражданского играю, так сложнее и интереснее всего. Я стану этим. Я поставлю гражданского не потому, что так сложнее или интереснее, потому что я бомжара, я хочу денег поднакопить. Я хочу с этим, с кувалдой. С кувалдой весело, я видел, да. Хочу я за пилота. Хватаем кувалды, короче, и ну и это, ну, ой, как бы. Продолжать надо? Устраиваем геноцид фонда. Всяких дредов, да. Всяких. Я за анархиста. Ты что, гигантский зомби, что ли? Ёппарас это, иди нафиг. Я не в катке. Вы умерли. Зачем? Почему? Что ты там делаешь не в катке? Почему машина сама едет? О, я понял. Ему дом полностью закрыт. Кто-нибудь знает, как Эрнекса зовут? Я Джайра Цепель, я отправил зомбака в космос, закрутив его с помощью золотого течения. Привет. А я не превращусь? Джайро Цепели. А вот поехали, он с канистрой поехали, ходу, в пите, Воник, ходу. Кстати. Да я тут, короче, прихожу, а там это канистра я на кровати лежит. Я не могу из-за зомби... А где адмирал? Где адмирал? Меня зомби заблокировали, я не могу убежать. Я тебе помогу, обещаю. У меня есть тачка для апокалипсиса. Тут на серваке есть чел с ником Кирилл цифры. Это тот, который... Ох ты ж, ё, машина взорвалась, не надо! Адмирал. Да стой ты, блин! Ора. Короче...
Короче, he is Johnny. Возродите меня. Жесть, я сперканист. Я рубанул адмирала топором. Зачем? А чё? Печка, а тут нету Friendly Fire, типа? Не знаю. Адмирал тебе нанес все урон? Пика, пойдем. Не торчи тут, анархист. Пойдем. Подожди. Lightstorm forming. О, еще и Lightstorm, отлично. Так, ладно, сейчас будем вычислять, как зовут Арнекса. Ага, Дезер добрался до топлива. Знаю, как его зовут. И в Roblox. Так. Дискорде, у него тут ник доктор Рос. Так, надо что-то искать. Ребят, это недооцененная фраза насчет того, что он добрался до топлива. В топ, пожалуйста. Согласен. Требуешь топлива? Что за бомбермен, блин? О, тут есть скорая. Ух ты ж, стоп. А что мне с топливом, собственно говоря, сделать надо? Не пей его. Рублю адмирала топором. А я не могу эту тачку вести, идите нафиг! Жесть, я хочу, допустим, топливо загрузить куда-нибудь. Я сел в машину, меня вырубило в машине, офигеть. Ладно. Так, хорошо, блин, что делаем? Находим вот желтые точки разбросаны, которые их надо собирать, да? Да. Канистры это. Я понял. А как мне попасть в дом? Ну-ка, может, я машины проломлю? Нет, машины. Да, ты машины можешь проломить. Дверь там или окно. Ну, я вообще это не совет по типу нажми Alt F4, чтобы скорее загружалось. Да. Я понял. Нажми. Проломи головой. Конструкт этот... Водовая! Я не помню, где-то была, короче, историю слышал, типа... Игра долго загружалась, новички спрашивали, как ускорить загрузку, им говорили нажать комбинацию клавиш, а она, короче, сбрасывала загрузку до нуля. И им нажимали, типа, говорили нажимать, пока не загрузится. Тачка застряла! Не надо, дядя! Блин, они сожрали! Не подходи, она тебя сожрёт! У вас есть чем ломать? У меня нечем, в том-то и дело. Я тут пытаюсь проникнуть. Надо большую зомбю привлечь. О, кто-то проломился. Хорошо. Плохо, конечно, предположительно. Хорошо. Ты, блин, придурок. Скорая медицинская помощь. Иди сюда, я тут. О, я не так быстро иди. А, Юдай, да, отлично. Он меня просто наступил. Чем можно про... Бензорез! Что? У меня есть камень. Бензорез! Позарез нужен. Я спецназ. А ты теперь в Саратове реставратор? Ты будешь искать дерево с бензорезами? Автомат нашел, ребята! Стреляй в адмирала. И доброе, спасибо, мам, ща. Заслуженно. Про человека в баре с тремя пулями. После того, мы вообще-то все уладили и... Да? Тут все собрано. А, почему я об этом не знаю? Да, я вообще не про тебя. Да я, в принципе, тоже не знаю. Про тебя вообще молчу. Не понял. Опа, Опа! Все, это бан, ребят, слышали? Это мут, чел. Пика, если ты в муте. Пика, если Дред оскорбил кого-то, я его отправляю в бан, ок? В мут. Народ, я промахнусь случайно. Тащу. Кого? Гранит? Или гранит, посмотрим сейчас, что это. Гранит радиоактивный? Взял. Из ядерного реактора достал? Да сказано, ты вообще видел, сюда. Что у меня, Фрон. Чего ты? Смотри, разбей позже. У меня есть. Что? Урон наносится? Ну, стреляй. Чувак, тебе урон наносился? Не. Ну, ХП мало. Ясно, то есть все-таки я мог адмирала. Нет! Твое топливо. Отдай! Я требую топлива! Я не могу это перезарядить. Почему-то. Валяется взрывчатка, я ее не могу топ подобрать. Потому что у тебя ее нету. Так она валяется, я хочу ее подобрать. Ну, не знаю, вот у меня есть. Изначально. Что меня укусило, блин, я не. Ты че, в окне зомби вис? Ага, понятно. Я ломаю всех больших зомбиксов. Я ломал стекло. Я их своим автоматом. Пойдут, а потом все останавливают. Ой-ой. Блин, нет, все-таки. А реально машинами можно убивать это. Да, с разгона неплохо так. Еще 7 канистр, вы издеваетесь!
А у нас времени еще 10 секунд. Так на машине можно, конечно. Машины таскать. Уже все поразъехались. Ну, в смысле, у них они уже все разбиты. Ищите всякие биты, бензорезы и прочее. Да, видимо, да. Придется. У меня автомат. Говорю, стреляй в адмирала. Он без пуль. Блин. Отныне. А, нет, это какой-то другой фуль. А, я не могу дверь открыть. Ну, короче, просто да, видишь фуль, стреляй. Тут опа, зомби, бомба! За безумный трюк. Подвезешь? Паркуйся. А куда? Запарковался. Меня. Сейчас проедем. Поехали. Здесь, чувак, под стенку. Давай. Опа. Туда, это топливо относи, топливо относи, топливо. Куда машину-то? Давай, Воник, пожалуйста, чел, проломился, красавчик. Садись, поехали. Спасибо. Тащим конец. Пекар, испеки мне хлеб. Я не пекарь, еще на монтажник. О, машина медицинской помощи. Ну хоть не каменщик. На монтажник Коля. Николай. Так здесь стена проломлена, че вы не ползете наверх? О! Спасибо. Ну, конечно, понимаю, то, что так, здесь надо паркурщиком быть, пилигримом, там все дела. Ой, вот сейчас мы пилигримов, умерли. Ага. Ребят, вы когда-нибудь пройдете уже эту игру? Мы и прошли. Мы прошли ее. Да, в душе. Хорошо. Не знаю, насчет какая именно вторая часть. Черт, какая-то фигня за мной бежит, я не хочу. У нас же концовка с тем, что ну, мы это, людей от этих спасли от ракет. А. Ну хорошо. А когда будет концовка, когда вы зомби от людей спасаете? Когда в ядерные ракеты дадим запустить. Надо было реально дать ракету запустить. Да, по-моему, это единственная нормальная концовка. Нормальная концовка за миротворцев, и когда мы свою семью спасаем. Миротворцы. Надолго, на 2 часа. Сваг, я умер с топливом в руках, забери канистру. Стой! Назад! Канистра заспавнилась прямо у нас возле базы. Вы чё? Это как? А ничего. А я не могу подобрать её, но я возьму бензопилу. А, ну уже... Канистра тоже привязывается к хозяину. Так, ой-ой-ой-ой-ой! Не-не-не, не неси, не неси, я принесу последний. Нафиг, нафиг! Это максимально срочно. Когда скорн прохождение? Скорна не будет, ребят. Почему? Нет, честно, я собирался на нее записать посмотряшку, потом... Нет, изначально собирался прохождение, потом собирался посмотряшку, но потом мы с этой игрой не подружились, поэтому скоро не будет. А если я запишу? Давай, я посмотрю. Погнали, спидран по скорну. Так, я в него уже без играл. Без фокусов, но... только. Без кого? Фокусов, блин. Игра, кстати, не знаю, она большая, небольшая? Я прошел за 5 часов. 5 часов? Без перерыва. А, ну она типа инсайда. Нет, скорн. Это просто я шизоид, который не спидранер. А, понял. А так я могу ее по-нормальному пройти. Я даже сейчас, я же говорю, я не очень подружился с ней, я даже сейчас не уверен, что я буду смотреть ее прохождение. Но... Чего-чего? Типа, если хочешь, я могу попробовать записать эту хрень, ну, типа, да. Давай, ну, вот этот посмотрим. Режим классный. Так. Как думаешь, кувалда или анархист? Кувалда. Анархист. Да ладно, кувалда это же... Меня не пустили. Кувалда это кувалда. Кувалда это привет от одного человека. Это был раунд зомби, ты был просто в другой команде. Да ну блин, я даже... Ладно, возьму анархиста. Я взял кувалду. У меня тысячи. Прекрасно. А если ты купил, ты можешь всегда играть. Офигеть, серьезно? А, так это легко тогда. Ну, да. Я думал, ты покупаешь на один раунд. А где мой кожаный плащ? Палатка. А чё где вы играете, деньги? Меня не пускают? Не надо тебе, все, ты опять зомби. Нет, я ж... Это что? Кто этот... Михелит использовал, заюзал, блин, красный? Почему здесь демоны? Так, отстань. Нет, я буду тебя бить. О, фури бежит. Это чё? Уки, чёрт. А, я говорю, кто-то Мейхелидзе этот использовал. Кто читал этот... кто зачитал мне термин? Намекон? Еще одну шутку испортил. Кто вершит судьбу человечества? Хватит бить меня, идите занимайтесь своим делом. Пури стукать надо.
Ури, бить, палка, стук. В любом случае, мне не больно. Больно. А мне прикольно. В любом случае, неинтересно. Так, будете приманкой, так что идите за мной. Я в гей-клуб пошел. Куда? Вот мы тебя такого не ожидали. Был Пика. А, Пика? Тогда, в принципе, ладно. А. Можно к себе? Сейчас бы Пику и кота путать по голосам, ага. Да, я... Ёпер СТ, тут какая-то фигня стоит. А, да пофиг. О, адмирал, привет. А. Не пофиг, она шотает, Фрум. Надо дядя. Я пофиг не говорил. Так. Надо дядя. Я буду в ней камнями кидаться. Открывай! У меня пистолет, бойтесь меня. Нет, я убью. Она заспавнилась. Блин, там какая-то фигня еще. Чё за... Мне просто не дают играть, меня не пускают. Не, подожди, Фрум, то есть, если я запишу прохождение, то, возможно, ты его выложишь, да? Возможно, я... А, в смысле выложу? Это ж твое прохождение. Фиг ли мне вся слава достанется, какой, я посмотрю. Поник или какой-то. Не, ну а чё? Воник-поник, это кто вообще? Воник-поник это наш чел, который наш подписчик, который с нами во всех Roblox режимах и играх. Мы его не знаем, но он есть. Откуда у меня ТМП взялся? О? Ну этот, ППшка. Ладно, не все. Знаю, радуйся. Что за... Ты... Кто с базуки стреляет? Она отрикошетила мне в голову. Так, ладно, окей, окей. Следующий вопрос. Фрум, а ты проломаешь стену, Фрум. Монтаж, объясни, пожалуйста. Что именно? А, пробу бесплатную, если знаешь хорошую, пожалуйста, посоветуй. Не, для монтажа, для монтажа этот Movavi. Блин. Я тебе потом, я тебе потом личку напишу, хорошо? Мне просто очень нужно, у меня столько материала есть сейчас на компе, без проблем, а чел, я его давай после обработал. Серии я тебе напишу в личку, есть классная бесплатная прога. Я и так прорекламил только что, ну ладно. Я а вырежу, вырежу. Слаб, я геем! Ты обманул меня, это геем клаб, блин. Слаб, я тебе название скинул. Хорошо. Сколько разочарования в голосе. А, да, блин. Серьезно. Это геем клаб. Типа... А, как ты можешь? Да я вообще разочаровался. А есть для создания переходов что-нибудь? Что-что-что? А, в этой проге есть что-нибудь для создания переходов? Да-да-да, там есть бесплатная база, и там есть то, что можно докупить. Ну, типа, она такая free-to-play, все основное базовое бесплатно, а там все экстра можешь потом докупить. На я самом нашел деле, винтовку. Я ни разу ни одну экстру не докупал, скорее всего. Ребят, я нашел там винтовку. Есть просто переходы бесплатные, да? Да-да-да. Мне да, просто... Да. Все-все-все. Без разницы, какие, главное, чтобы были. Слышите, я винтовку нашел. Молодец. Руда, пиши себе в голову, пожалуйста. Так, а еще надо, есть качать кряк. Как бы. Доброта. А вот, блин, власти по домам. Забирайте эликсир. Разбирайте дома. По факту. А, вас тоже дико тянет периодически. Да-да-да. Да-да. Дред, о, мне урон не наносит, можешь стрелять. Меня на Небикса зовут, ребята, мне пора. Чёрт, это назад! Назад! Сейчас жахнет! Пика, какие небеса? Не знаю, меня наверх тянет. Зовут на небеса. Уже это кран? Ты что, офигел? Кого я убил? Я не кузен, не надо простреливать мне колено. Неужели Фрум... Нет! А, фух, я думал, мы проиграли. Да! Видели монстра, который в космос улетел? Нет, этого я не видел. Я двух паучков застрелил. Ладно, я одного монстра не убил. Только фри потянул. Неужели кристалл? Да, мне кристалл дадут. Есть! Мне денег дали. Думаю, на этом будем заканчивать. Не знаю, по-моему, прикольный режимчик такой, особенно с народом прийти, поиграть. Пишите, что вы думаете. Пока что на этом все. Всем спасибо, всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда. Пока. Пока.